Если твоя сила 3800 и выше, война по стратегии от генералов души Феникса и титаны без будильников ждут тебя. Обязательный чат в WhatsApp, никакой политики и национальных споров в чате. Ведь это не служба знакомств, это все в личке. Восстань из пепла и стань истинным Фениксом. В общем, под налеты или турниры расскажу вам о конкретном списке полного обновления версии 29, которую вы уже можете скачать. И вот список изменений. Максимальный уровень цитадели стал 24-й. Теперь у вас есть возможность построить дополнительную улучшенную ферму, амбар и склад. Касательно костюмов, количество опыта, получаемого от редких костюмов и дубликатов, уменьшилось. А вам теперь запилили пуш-уведомления при запуске редкого квеста и пуш-уведомления о начале войны и тогда, когда энергия войны появилась снова. Исправлена ошибка, из-за которой щит маны работал как дурачок. А также исправлена ошибка, из-за которой герой под дебафом молчания ультовал, умирая от контратаки. Эффекты статуса специальных навыков Мики и Ранвира теперь учитывают, что герой может иметь дополнительные очки ХП выше максимального значения из-за таких героев, как Хеймдаль. Урон от стрел на войне теперь также рассчитывается правильно, если уровень ХП героя выше максимального значения, опять-таки из-за навыков, подобных Хеймдалю. Добавлено окно с предупреждением, когда игрок начинает повышать уровень костюма героя, который не был перерожден. Также срок хранения письма о начале события испытания был исправлен. Скорректированы рекомендуемые значения силы команды для этапов квеста «Маскарад», чтобы они больше соответствовали реальной сложности. Исправлена ошибка, из-за которой герой, который не ожил, выглядел живым, когда два героя умерли от яичной бомбы, а у другого героя активировался его талант возрождения. Не понимаю, правда, нахрена это указывать, если яичное событие уже закончилось. Нам так смачно дали яйцами по лбу, что до сих пор вся таверна легенд трясется. А также исправлена визуальная проблема, когда анимация кражи маны Анатель активировалась, когда она была уже мертва. И исправлена ошибка в победе над врагом, у которого есть бонус мира 3-го сезона с использованием боевых предметов. Не так давно этот баг вы могли наблюдать в 3-м сезоне. И самое главное, если игрок принимает участие в войне, но при этом вышел с альянса, то он сбросится. Даже если игрок покидает альянс и возвращается до тех пор, пока идет стадия подготовки. Это полный список изменений, и напишите, что вы о нем думаете. Спасибо за ваше потраченное время и внимание. Дальше интереснее. Всем пока.